Привет, друзья! Это «Хорошие фильмы», и сегодня мы начнем с фильма «Жажда странствий» 2012 года. В главных ролях там снимается Пол Радд и Дженнифер Энистон. Эта комедия сюжетом завязана на том, что из-за экономических финансовых проблем семейная пара в лице Пола Радда и Дженнифер Энистон, они вынуждены искать какое-то решение, и они решили переехать в коммуну. Ну и все, что с этим связано, в фильме. Готовы к встрече? Ага. Порви их там, перезвоню позже. Следующий фильм «Пиксели» 2015 года. Это комедия, боевик, и в основе положены старые компьютерные игры. На этом все завязано. В главных ролях снимается Адам Сэндлер. Не могу сказать, что очень, но неплохая комедия. Пакман инопланетянин? Следующий фильм называется «Супер Майк XXL». Это вторая часть фильма «Супер Майк». «Супер Майк» первая часть была, конечно, круче, но вторая часть тоже... Вторая часть просто не такая серьезная. А вообще, ничуть не хуже. Фильм про стриптизеров мужчин. В главных ролях снимается Ченнинг Татум. Фильм 2015 года. Я этот фильм сам пару раз смотрел. Также, в принципе, наверное, как и «Жажда странствий». «Жажда странствий» раза четыре даже. Еще один фильм сегодня – это «Двойной капец». 2010 года. В главных ролях там снимается Брюс Уиллис. Это такая комедия криминальная, детективная. Смотрел я один раз всего лишь, но запомнилось, что вроде как неплохая комедия, занятная. Прикрытием. Сомневаюсь. Да, я сомнительный. Я уже принял решение. Мужик, у нас черный президент, мы принимаем решение. И еще один фильм сегодня, это «Замерзшая из Майами». В главных ролях Рене Зеллвегер. Это комедия, мелодрама такая. Ну, я несколько раз смотрел тоже этот фильм. Незатейливая комедия. Из Майами на север переезжает, ну и там мороз. Это называется снег, дорогая. Не так уж все страшно. Матерь Божья! Трейлеры к фильмам вы можете найти в описании к видео. Всем хорошего просмотра, впечатлений. Всем пока.